Чел пишет. Из-за ситуации ты куришь? Во-первых, какой ситуации, во-вторых, я не курю. Ты Лёху поздравил? Да не, нахуй надо. Так все равно, он там, я здесь, чего его поздравлять? Я давно не курю, чат, я, ну, типа, я могу сигарету там на улице, в компании что-то дать, но на постоянке я не курю, сиди. Ты слышишь, что Бахрама уволили? Я увидел нарезку, но я не понимаю, за что, во-первых. Это же вообще такой человек, как будто его нельзя увольнять. Если бы у меня был свой загородный дом, я бы с дичайшим кайфом Бахрама бы ему там свой домик бы отстроил рядом, и чтобы он жил и охранял меня. Говорят, что он парковочные места продавал по 500, за 500 рублей, за это уволили. Да, блин, ну Бахрамчик, типа вот такой человек, ну чуть движуху там себе наводил, но не увольнять же за такое, и чё такого? Ну он продавал за 500, наверное, и разрешал, типа, машины ставить там рядом, на время. Не знаю, я в этом вообще, ну типа, для меня просто светлый человек Бахрам. То, что он себе там такую какую-то, если даже если это правда, и устроил подработку, ну типа, у него там семья и так далее. Ну я не уверен, мне кажется, что это пиздец, потому что... Я сейчас никого не могу взять на работу. Я без денег сам. Пока что на броуке. Спасать чужие судьбы я сейчас пока что не в состоянии. Вы знаете, я один из помогаторов, самый главный, типа. Когда кто-то рядом и кому-то нужна помощь, там, финансовая или еще что-то, я всегда, типа, все делаю. Но сейчас, простите, я, типа, не могу. Никак это сделать. Костя, как тебе сейчас контент Данона? То, что он кружочки делает, ахтельно как будто. Стримы он почти не стримит, но кружочки просто имба. Почему машину у Парадеича забрал? Чего? Я не забирал. И Горилла ездил на его машине, ее забрали на эвакуаторе у Гориллы, по-моему. И когда он в чат написал, что пацаны машину эвакуатор забрал, вся хуйня, ему никто не поверил. Ему начали писать. Да-да, расскажешь, давай, Горилла. Машину реально на эвакуаторе увезли. Как он допиздил, вообще ему, просто ему не... Ну, не... Его не верят просто. Не боишься закончить как Витус? У меня есть большая разница с Витусом. Витус это казик-стример, а я не казик-стример. Я достаточно развитая творческая личность, которая помимо казика может да что делать и много раз это доказывал. Если убрать у него казик, у него нихуй будет в плане медийной составляющей. Если убрать у меня казик, то у меня только лучше будет. Но они, наверное, имеют в виду, что у него долгов много. Тоже достаточно сильный мужик. Справится. Я думаю, что справится. Не, если большой выигрыш какой-то будет, я его просто выведу, въебу его в контент. У меня 3-4 идеи, все они по 2-3 миллиона, где-то 4-5 миллионов. Мне на контент нужны сейчас бабки. Потому что стата на Твиче сейчас никакая, потому что я не стримил больше месяца. Нужно восстанавливать стату, чтобы взять рекламу. Также на Ютубе с первого ролика навряд ли рекламу тоже возьмут. Рад за Фраму про рейндж, так это не его рейндж. Создай сбор на алерт, и мы соберем 20 кака. Брат, онлайн 3000. 20 миллионов разделить на 30 тысяч. Ой, на 3 тысячи. Это по 6666 при условии, что каждый скинет. Понимаешь? Это технически никаким образом невозможно. Потому что у кого-то нету вообще денег там и так далее. Клянчить бабки я не хочу. Костя, как тебе воин Горилыча? Нормально. Геннадий ко мне не поедет. Я уже быстрее сам вернусь к Геннадию. Какой модник купил? Хуй знает. Какой-то нормальный. Ну, он здоровый, пиздец. Видел, Саня точку взял, понял. FIFA 17 ТВ на связи, ёб. Только что вообще не говорили об этом. Покажи монитор. Как? Кость, что там с Азим? Все в порядке. Азим мне еду заказывает всякую и так далее. Азим мне и помогает тут. Понимает, что я в тильте, типа, за меня еду выбирает там, типа, привозит сам. Знаешь, что я в тильте, типа, даже могу не написать, сам пишет, типа, что ты проснулся там, хавать будешь. Тебя на Твиче могут забанить, если тебе запретку хуешь? Да не. Маловероятно. Будешь на конкурсе монтажеров попородить? Конечно, я же монтирую. Последнее время. Вы думаете, что я пропал-то? Я просто в монтаж окунулся с головой. Самое главное, вот кто-то реально просто прикалывается, а кто-то ебать же на серьезе себя вот так вот ведет. Есть кайф биточков подкинуть? Нет. У меня есть битмейкеры. Объяснять и учить чему-то. Нахуй мне это надо, только свои силы и энергию тратить. Он про биткоин. Я думаю, что про биточек. Он не про биткоин. А про другие биточки. Не, если кто-то биткоинов именно хочет закинуть.
базару нету. Что скажешь про Эгли Стефана? Ебать кайфую от Эгли Стефана и Скали Милана. Это очень хороший дуэт. Мне теплее на душе то, что эти два человека вместе существуют. Две добрые души. Чего вы ржете? Чел пишет, не хотел бы стать коллектором. Нет. Какой ебнах ты вообще такой пишешь? Просто еб... Чел пишет, в Турции... Егор, ты ебан... В Турции красивые мужики, спрашивает. Ты что, еб... Егор, ебан... Крит бы никогда в жизни такое не написал. Снежный кок, спаси. Привет, очень хочу фотку твою. Можешь прилететь в Узбекистан? Зачем ты удалил сообщение Сита? Если не сложно. Зачем ты его? Верни. Если ты его забанил, разбаньте его. Он же ничего такого не написал. Ну это Азим уже, только если поездки. Ну верни его, Сит, а чё, он же ничего такого не написал. Ладно, тебе тоже, ну, одобри чуть-чуть. Да, по вопросам чат вы, конечно, это, сильные. Вас бы на рубрику какой-то. Какую-то рубрику? А тут нельзя вернуть. Ну ладно, брат, тогда жди 300 секунд. Сит, а тебя префом хуй. Не со зла, так что не, тоже не злись на него. Пьешь яйца для голоса? А ты? А ты, походу, ешь. Костя, любишь гигакоки? Одно из моих любимых, если уж по чесноку. Ну, а кто гигакоки не любит? Ну, честно, скажите. Вот кто не любит гигакоки, напишите. Не пишите тогда ничего. А вот кто любит гигакоки, напишите рэп. Чел... Весь стрим спамит. А какую Ниву выбираешь к покупке? Мою не хочешь взять? Нет, я Ниву не выбираю для покупки. Я вообще машину не выбираю для покупки в данной ситуации. Покупка автомобиля, так если мягко сказать, не пахнет. Бэ. Чё-то, почему вы так только у меня ведетесь? Вот с вопросами. Вы же ни у кого так себя не ведете. Насколько ты нищий сейчас по 10-бальной шкале? На 8, наверное. Ну нет, на 7. На 7, наверное. 7-8 где-то так. Где твоя старая черная шапка? Шапка не дома. Ярослав пишет. Как думаешь, как меня зовут? Наверное, Петя. Костя, а давай мы все вопросы будем задавать не тебе, а Сити. А что? А вот это идея. А вот это уже другой разговор. Так чат медленно летел, когда вопросы мне задавали. Как только Сити вопросы, сразу чат полетел. Проснулся. В целом вообще неплохо просидели. Чуть-чуть плюсанулись. Для общего бюджета на контент, я думаю, не помешает. Правильно? Правильно. Не знаю, что дальше там будет. Посмотрим. Но спасибо, что сидели на стримах. На стриме. Бэ-бэ. Спокойной ночи, чат. Спасибо за все. На связи. Посмотрим, что будет дальше. Попробуем вырваться из этого всего. Пока. Здесь.